паводку готовы. В автозаводском районе Нижнего Новгорода состоялся первый в этом году смотр техники в преддверии весеннего половодья. Специальная техника для откачивания воды плюс служба экстренного реагирования и обученный персонал – вот секрет успешной борьбы с паводками. В автозаводском районе подготовлен автопарк из 24 автомобилей. Организовано круглосуточное дежурство. Персонал обучен, действия их не отработаны, материалами, материальными ресурсами обеспечены. То есть, соответственно, оценка проведения смотра она дала удовлетворительной мной. Особое внимание специалисты уделяют местам, где подтопление происходит традиционно из года в год. Это поселки Ворошиловские, Гнилицы и Новое Доскино. Критичной ситуации, я считаю, в районе как таковой нету, конечно. Есть подтопление проезжей части. У нас район не затапливается, он подтапливается. Соответственно, как вы видите, температура немножко аномальная для данного месяца. Соответственно, идет бурное снеготаяние. Весной городские коммунальные службы выезжают на откачку воды по заявкам жителей. Подать заявку можно по телефону 005 или связаться с дежурным администрацией района.